Всем ни бага, ни лага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожжа, с вами я, Жека, и мы продолжаем играть в Mark of the Ninja. They will ease the pain. Let me tell you the story. Расскажи мне историю о черне. Чемпионы, вышли до меня. As the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. Секрет какой? He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you to madness. That is why every champion must end his own life before he destroys himself. And the clan Интересно, да? Типа, получив такую грандиозную силу, мы обязуемся покончить жизнь самоубийством в итоге. Печаль. Он-то напал, но... Он-то напал на наше логово, и, конечно, это прискорбно очень сильно, потому что, да, годами никто не смел нас трогать, но согласитесь, если чуть-чуть вернуться назад, и мы были свидетелями, когда он говорил с нашим учителем и сказал, тебе не стоило воровать у нас, что он имел в виду, вот это меня интересует. Все, отключил. Хе-хе, глупые ловушки. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Понятно. Watch. The alarm switch off when the guard walks past them. При прохождении отключается. When he's dragged past them. Когда его тащит. Тихо. Я не хочу тебя убивать. И мы проходим игру, как и в прошлой серии, с максимальной возможностью стелса, потому что я не хочу никого убивать. Я пацифист отчасти и не хочу, чтобы... Так, подождите. Ну это ж можно отключить, да? Так. Давай. Уходи. Убивать я тебя не собираюсь. Вы не поймете, что здесь что-то было. Мы будем проходить игру как настоящий ниндзя, воспользовавшись только тенью нашим союзником, и все. Трансформер должен быть близко, но будь осторожен. Под мост я переполнил. Прячемся. Нас вроде не нашли. Как мне выманить вот этого оттуда? Так, ну... Теоретически... А, вон там еще один, блин. Тяжелый случай по поводу этого. Ага, поверху пройдем. Поверху, потом вниз прыгнем, да? Да? Это будет гениально. Сейчас попробуем. Не знаю, как получится, но попробуем, по крайней мере. Так... Давай, иди сюда. И сюда. А, этот быстро сейчас обернется, да? Этот быстро обернется. Оп, готово. Так, хорошо, как нам теперь действовать? Там очень много опасностей. Неужели я зафейлю все в конце? Очень много вариантов, что я зафейлю. Если только не убивать, или убивать, точнее, если только убивать. Хотя нет, смотрите, у меня есть вариант. Сейчас попробуем его. Сейчас мы его испробуем. Сейчас разойдитесь чуть-чуть. Так. Тихонечко. Давай. Так, хорошо. Ить, готово. Как замечательно, мы по стелс-игу-то прошли. Так, проходим. Смотри, какая статуя на заднем плане. Ага, вот и генератор, который нужно отключить. Ну что ж.
Легким нажатием меча мы отключили генератор. Тихонечко проходим, чтобы никто не слышал. Артефакт. Кажется, ошибка оборудования, перегрузка системы, ремонт сейчас же. Так. О. Шутиха, небольшой фейерверк привлечет внимание любого поблизости. Интересно. Remember, что the guard is blocking your way, you can try to distract him. Ну да, мы будем отвлекать, мы не хотим пользоваться, как сказать, мечом. Меч это на самый последний момент. Тихо, тихо. На самом крайнем случае, если нас уже обнаружили, то тогда защищаться будем. А так нет. Мечом мы пользоваться будем только вот реально в крайних случаях. Так, давай, все. Да, 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 просто показалось там тебе. Что тут? Ага. Оп. Магия. Было электричество? Нет электричества. Так. Что здесь? Ага, смотрите. Опа. Like a pro. Опа. Были лазеры? Нету лазеров. Так, это что? Укрыться. Хм, ну тут у нас заметят. Давайте выключим свет. А? Что это было? Да, ты что-то слышал? Что это было? Куда делось? Ты понимаешь, иногда лампочки перегреваются, они лопаются, и тем более здесь наверняка сотки стояли, как я вижу, а сотки, они больше ненадежные, чем, допустим, 75-ки или 45 ватт. Так что и... Не вижу смысла было ставить такие плохие лампочки. Оп. Что у нас здесь? Уходим отсюда. Что у нас здесь есть? Ага, у нас же есть шумилка эта. Шутиха, точнее. Давайте его отзовем чуть-чуть, чтобы он нам не мешал. Вот сюда. Да, ты что-то слышал. Тихо. Проходим. Так, лазеры. Лазеры, лазеры не люблю. Наверняка эти лазеры не убьют нас, но... Ну, может быть, не убьют, я не знаю точно, но... они вполне реально могут вызвать какую-то подмогу, которая мне особо не нужна здесь абсолютно. Так, отключили их. Что дальше здесь? Ага, вот так вот даже, да? Да, без проблем, смотри. Спрятались. И... спрятались. Так, что у нас здесь? Два охранника, один из которых ходит, а второй просто стоит в одной позе, если я так понимаю, да? Ладненько, без проблем. Этот сюда, тихонечко. Сейчас подальше дадим тебе отойти, потому что если ты нам заметишь, то это будет не совсем хорошо. Так. Уходи. Пим. Так, тихо-тихо, прячься, прячься. А то этот сюда идет, я же вижу, да? Да, смотрите. Да, серьезно, что-то произошло? Мыши, мыши перегрызли, да, мыши. Давай. Да забей уже, да, и пофиг, зачем тебе электричество? Да, забей. Оп, уходим отсюда. От этих болванчиков. Что ты делаешь? Зачем ты кинул дротик? Уходим. Взяли еще артефакт. Вроде бы проходим нормально, никого еще не убили. Это здорово. Так, сохранение. The blackout is working. While the guards fuss over that, we can slip right by them. Угу. Так. Ладненько. Ладненько. Так, посмотрим на карту, что у нас на карте. А, на карте не особо что есть, да? Нам наверх куда-то надо. Так, лампочки загорелись. Одна? Две. Две лампочки. У нас же там ачивку дают, если мы лампочки уничтожаем. Уничтожаем, да? Что? Что? Что произошло? Вот факт, тут лампочка загорелась. Так, давайте уничтожим эту лампочку. Да, я что-то слышал. Что это было? Ты, точнее, что-то слышал. Так, тихо, 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 тихо. Вот этот охранник надо, чтобы отошел. Он меня волнует. Так, здесь лампочку перебили. Ждем пока вот это и... Так, тихо.
Нормально. Закроем за собой лампочку. Так. А ну. Иди сюда. Что это было? Так, у нас там остались эти шутихи эти, смотри. Сейчас мы его подзовем поближе. Что? Что это было? Что это, мать вашу, было? Так, давай вот сюда иди. Что это такое? Не пугайте меня! Такой. Тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Уходим. Чуть на свет не вышли. По своему желанию. Так. Хорошо. Уходим отсюда. Тут можно забраться, не? Смотрите, тут можно... О, тут и сохранение какое-то. Ну, вот это мне интересно, что здесь. А ты куда? Сейчас я посмотрю, что здесь. А, тут просто охранник, понятно. Эп. Слушай, а так я подняться могу? Воу-воу-воу! Я чуть не упал, прикинь. А ну, сейчас посмотрим. Ага, ясно. Так, хорошо. Спираль из стекла и стали. 15 этаж. Землю, но им можно... Встретимся на крыше. Встретимся на крыше, подрюга. Но... Они скоро вернут электричество. Хм. Блин, я хотел уже бежать. Вот хорошо, что не побежал. Я бы сейчас не успел. Воу-воу-воу-воу-воу, они свет включают. Какого хера Брайана-то? Больше нет тут здесь лампочек? Воу! Что это было? То есть портил свет? Хм. Кто сломал свет, точнее, если быть по-русски переводить. Да, тратим время. 10 лампочек мы уже уничтожили из 20. Может быть, у нас в этом уровне и получится уничтожить все 20 лампочек. Посмотрим. На самом деле, я что-то даже не задумался по этому поводу. Так, давай, проходи. Не хочу вас никого убивать. Абсолютно. Тихо, тихо. Тихо, оп. Вас не обнаружили, 200 очков на барабане. Так, нормально. Так, это сломай. Тихо, тихо, тихо. Во-во-во, что это было? Я вовремя его отвлек от себя. Не, вам показалось. Вам всем просто-напросто показалось. Здесь просто в комнате изначально не было света. Да, уходим. Уходим, ребятки, у меня важная миссия. Мне надо убить вашего главного. Я думаю, скучать по нем не будете. Я надеюсь, по крайней мере. Так, что у нас здесь? У нас здесь лампочки. Лампочки, 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 лампочки. Легкие, воздушные. Воу-воу-воу-воу, какого хрена? Я не в тебя целился. Бляха-муха. Вот, невнимательный гад я. И меня еще покоцали, смотрите, хорошо так покоцали. Блин. Ахира. Another light out. He's using the shadows. О, да, он использует тень. Ну что вы там? Узрели, что меня здесь нет? Да, перезаряжаемся и уходим. Turning the power for 16 back on. А? Такой. Я что-то слышал. Да, уходи туда, уходи туда. Блин, я не хочу убивать тебя. Что у нас с картой? Куда? Ага, эта карта, это помещение сверху, люк меня никуда не приведет, да? Мне нужно именно в ту комнату. Придется тебе как-то отгонять от себя. Я не знаю. Что это было? Давай, подходи. А теперь вот сюда, беги-ка.
Что это было? А теперь вообще от меня отбегайте оба. Да давай сюда, вот сюда. Да блин, что он делает? Ты можешь по джойстику, так неудобно это нацеливать все. О, ты откуда там взялся? Блин. Обернитесь. Обернись. Твою мать. Из-за того, что кто-то там вылез, я, блин, просрал такой момент. Твою мать. Хм, что, придется их убивать, что ли? Наверное, придется их убивать. Я не хотел, но придется, по всей видимости. Ладно. Одного. А вот со вторым, как убьете его, я даже без понятия. Сейчас подумаем. Вот сейчас был момент, да? Сейчас ждем тогда, пока он голову отвернет. И убьем его. Давай, отворачивай голову. Тихо. Нет, можешь под... Да нет, бери труп. Я спрячу труп, чтобы нам очков подзаработать за то, что мы, блин, так неаккуратненько. Во-во-во-во-во-во-во-во. Тихо. Я что-то слышал такое. Кто со светом поигрался такой? Давай, иди дальше. Куда-нибудь. Куда ты будешь идти? Успели. Фу, вот это вот реально было близко-близко. Так. О, мне дали ачивку. Dark Project. Я почти пришел. Но мне дали одну шутиху, потому что она, наверное, здесь понадобится. Так. 18-floor, power's almost back on. Ага, электричество почти... 16 этаж, электричество почти восстановлено, но... Но почти это не восстановлено, так что... Вообще-то я мог изначально сюда прийти. Блин, они не восстановили электричество. И последнюю там лампочку я не достаю, ладно. Что это было? Хм. Ладно, надо подумать, как их обойти. Хм. Так, ты иди туда или смотри туда. Воу-воу-воу-воу-воу. Я думал, ты дальше пойдешь. Иди. Так, нормуль. Ой, это было близко вообще. Это было мега близко. Так, сейчас обойдем. Да, ты тратишь время, уходи оттуда. Закрой дверь. То мало ли они захотят сюда прийти. Так. Нормально, все, прошли. Никого не убили. Блин, я безумно рад, что нам не пришлось никого убивать. Ты можешь... Как он бегает так под крышей? Под таким уклоном? 90 градусов уклон. Не, ну он ниндзя, он всю жизнь там учился. Так, хорошо, надо их как-то отвлечь. Мы до сих пор еще шутиху не использовали, да? What? What? Я что-то слышал? Нет, тебе показалось.
Кто сломал свет? Блин, а как его... Подождите, а у нас... Можно же выше подняться. Ха, зачем мне здесь находиться? Мне можно и выше подняться. Можно же выше подняться? Собаки дикие. А, подождите, вот. Так, что у нас здесь? Пытаемся возобновить электричество. Ой-ой-ой. Его придется, наверное, убить, да? Посмотрим, что у нас... А, нам надо еще выше, но он стоит как раз у нас на пути. Как раз у нас на пути. Да. Воу! Откуда? Как? Когда? Зачем? Ох, вот это было жестко. Ладно, тогда лучше убьем его. Лучше уж убьем его. Тихо, только тихо. Я тут слишком долго думал. Так. К сожалению, пришлось одного убить. Я хотел по стелсу пройти, но не получилось. Что происходит? Мы добрались до здания, сюда. В полете такие. Итак, мы прошли этот уровень, да, убили всего... Твоих? Троих? Как мы убили? Когда? Я не помню этих троих, я помню только одного. Я думал, мы никого больше не убивали. Блин, я действительно не помню, чтобы мы их убивали. А возможно, считаются те, когда мы убиваем не на... как сказать? И перезапроходим и опять убиваем. Возможно. Но опять 7 из 9 у нас чести. Я считаю, что мы нормально прошли. Да, не лайк и про, конечно же. Но, тем не менее, нормально. Игрушечка хорошая. Мне безумно интересно, чем она кончится. Я надеюсь, она не кончится тем, что мы сделаем себе харакири. Потому что, ну, это печально было бы, согласитесь, да? Столько пройти и в конце так... Ну, или как-то так. Я не делал харакири. Вообще, харакири — это неудачное самоубийство. Удачное как-то по-другому называется. Я не знаю, да. Но харакири, знаете, это не просто самоубийство. Это неудачное именно. То есть, харакири, оно должно быть быстро. Чик-чик, и сдох. Все. А, ой, это убийство, самоубийство у ниндзя. Чик-чик, и сдох. А харакири, там чик-чик, и там еще полчаса. Help me, help me. Ну, вроде этого. Ладненько. Всем вам, конечно же, огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы нас смотрите впервые, то, конечно же, подписываемся на канал. Пишем комментарии, ваше мнение ценно для меня, да? Ставим лайки и зовем друзей на этот канал. Это поможет для развития канала. А всем удачи, до скорого и будьте скрытными!